могу подкинуть работенку. Я дал сдачу какому-то идиоту по имени Кай несколько недель назад и дал ему 10 баксов вместо одного. Отыщи его и забери 9 баксов, которые он мне должен. Он бормотал в Эхо Девайс, когда приходил ко мне. Может быть, ты найдешь Кая по его передатчику. Thank you.
Я радиоведущий, Вэха, я не герой. Ты же не хочешь сказать... Пророчество говорит о человеке, который придет в убежище и будет постоянно говорить в свой эхо. Он будет скромным, неизвестного происхождения. Эй, у меня 5 миллиардов подписчиков. Знаменитым человеком, которого обожает вся галактика. Его оружием станет сокрушитель зла, выкованный моими руками, и он спасет галактику. Я спасать мир? Даже не знаю. Это твое призвание? Ты должен купить у меня сокрушитель зла и спасти нашу планету. В награду ты получишь богатство и славу и руку Мокси. Сколько за сокрушитель зла? 2 миллиона долларов. Избранный. Ха-ха! Так, давай сразу это выясним. Да, большинство моих товаров подобрано с группой искателей приключений. Нет, друг.